Всем доброго дня, девчонки, мальчишки. Сегодня я вам решила показать, что же Инна послала нашему Арчику. Кстати, Арчику, сейчас скажу, сколько он уже. Так, он 11 мая родился. Это получается июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В ноябре 11 числа ему будет 6 месяцев. Он уже такой большой мальчик. Он, кстати, уже, по-моему, 26 сантиметров. Ему осталось только 2 сантиметра, и все, он уже вырос. У нас малышка уже все вырос уже. Так вот. Так, ну что, я послала вот такой вот, точнее, вот такой мешок, вот такой пакет. Сейчас я вам покажу. Так. Так. О, сразу как запахло говядинкой. Так, ну что, это я как поняла, что это в основном такие вкусняшки. Санчо. Вот это такие вот вкусняшки, значит, для, you know, для дрессировки или ходить вместе с ним гулять, ему там давать. Он сидит гавкает, я его там закрыла, он сидит гавкает, он чувствует, что я здесь. Вот, кстати, когда нас нет дома, он не гавкает. Все там многие переживали, как же будут соседи, там бедные соседи. Не-не-не, он не гавкает. А когда ты дома его закрываешь, чтобы он не шастал, ну или идешь в ванну, да, чтобы он не бегал по квартире, он начинает гавкать. Вот еще одна такая, значит, я же, видите, я не бельме, но вообще, по идее, я учила английский и немецкий. В общем, тут идет витамин А, D3 и Е. Ну, D3 это я как понимаю, что это кальций. Вот. Вот, значит, желтенькая. А, ну, тут, наверное, с всякими разными вкусами, потому что тут такие же витаминки. А тут красненькая. Поехали дальше. Тут тоже, значит, вот это вкусняшки. Вот, вот такая, вот такой вот пакетик. Ой, Арчибальд обожрется. Обожрется, честное слово. Я ему завидую. Ой, вот эти косынки он просто обожает. Вот эти вот, видите, вот, вот такие не косынки, типа веревочки сделаны. Он их обожает грызть, но они такие мягкие, а у него зубы такие... Такие острые, он прям все сжирает. Вот, знаете, вот эти вот, сейчас расскажу, мы ему покупаем вот это горло. Горло. Тут вот покупали говяжье, говяжье больше не буду брать, Ваня брал. Знаете, вонища вот этим говяжьим, ну вот, о, вот он грызет и прям воняет, вот это, знаешь, тухлятиной. Вот. А есть еще желатиновые, вот, они лучше. Вот. Это, значит, педигри, вот эти палки. Он тоже их любит. Он вообще все любит. Он все любит жрать. Все любит жрать. Парень у нас. Вот такой у нас. Он даже яблоки ест. Яблоки ест. Потом ест огурцы, бананы. Ну, в общем, пока что ест. Любит кефир, творог. Ну, парень весь меня, весь меня. Так. Это что? О, слушайте, ну какая вкуснятина. Я даже сама захотела. Это какие-то подушечки-подушечки. Как их много здесь вообще. Ну, видите, плохо, я не понимаю, они медленные. Ладно, вот, смотрите. Вот такие подушечки. Я думаю, что он вообще обожрется вообще. Хотела сказать... Обалдеет. Ну ладно, не получилось. Иногда бывает у меня... Наверное, перед тем, как, наверное, видос снимать, мне надо сидеть и, в общем, делать массаж рта. Вот, это такие вот вкусняшки. Вот видите, такие вот подушечки будут. Вот, вот такая красотень. И вкуснотень. Арчик, ты со мной поделишься, да? Вкусняшками. Дальше. Дальше у нас идет. Ой, это тоже какие-то подушки. Из курицы. Видите, вот курица нарисована, значит, курячая. Ну, просто так бы явно бы не нарисовали. Вот. Тут какие-то плюс 20%. Ну, тут, наверное, добавка, тут, наверное, какая-то, да? Вот. Вот видите, какая вот вкусно. Вкусно. Они такие мягкие, приятные.
Эти он быстро съест. Ну, здорово. Возьмем. Вот тут даже написано. От 2 до 5 килограмм, а 1-2 штуки. А от 5 до 15 – 2-4 штуки. От 15 до 25 килограмм – 4-6. И 25-35 – 6-8. Нормально, ему хватит надолго. Так, ну и последнее. Это от Пурина. Пурина, кстати, сейчас очень хорошо рекламируют, нравится всем. Пурина. Это значит палочки. Ну, как вы видите, вот на картинке, да, какая классная собачка. Ну, собачка это явно, знаете, вот это пастушья, мне кажется, это собачка. А не знаю, как. Сейчас очень много пород, сейчас вообще не разберешься. Даже когда мы выходим гулять, у нас спрашивают, что у вас за собака? Я говорю, австралийский терьер. А они мне говорят, ой, сколько терьеров, сколько много. Первый раз такое слышим. Ну, точно так же и тут. Знаю, что пастушья собака, но породу не знаю. В общем, эти палки, ну, палки хорошие для зубов. Чистка зубов – это вообще отлично. Вот такие вот вкусняшки передала поцелуйно. Очень все вкусно. У меня даже разыгрался самой аппетит. Я бы обязательно сама попробовала. Вот. Что, какие новости? Сегодня мне на работе выдали костюм. Не теплый, который вот я показывала, а уже такой простой, а под теплый костюм. В общем, буду ходить теперь в костюме и в теплом костюме. В общем, на работе выдали сегодня костюм. А, и ботинки выдали. Ботинки. Сейчас покажу ботинки. Вот такие ботинки выдают в Майке. Они такие вот дубовые, но это кожа не натуральная. Вот. Но, в общем, дуб-дуб. Вот такие вот ботинки. Это у меня 39 размер. Но они мне даже чуть-чуть великоваты. Но я буду их носить со шерстяным носком. Так. И выдали вот наушники. Потому что у нас в ЦТП ну, шумно. У нас там работают насосы. Горячие, холодные. И отопление. Вот. И, естественно, ну, шумновато. Так что выдали наушники. Ну что, все новости пока что...